Здорово всем. Так как многим до сих пор не понравилось то, что я бедный Infinity Langrange такую хорошую игру обосрал, я решил запустить серию также космических игр, посмотреть, есть ли игры получше, поинтереснее, поинтерактивнее, где хотя бы мне, бляха, не удалят аккаунт, потому что я сделал, видите ли, плохой обзор. Ой-ой-ой, какой я плохой, прям пипец. Давай посмотрим, что за Старзона. Так. Щит у нас есть, да? Ремонт есть. Ну, это кликер такой. Летит космический кораблик. Так, и энергия у нас там. Чё по энергии-то хоть? Так, ладно. Чего тут дальше-то у нас? Майн меню. И что тут так? Мишен. Тренинг. Я не хочу. Страшно залазить, я не знаю, что это такое. Так, премиум есть какой-то. Сколько тут премиум стоит, дай хоть посмотрю. А, тут хотя бы в рублях написали. Класс. А, блин, игру на русский перевести, что, слабо было? Хотя бы с Google переводчика. Молодцы. Где майн меню? Сеттинг. Language. English, Espanol. Да, лучше English. Хрен с ним, согласен так. Так, лады. И чё это у нас? А, кстати. Ну ладно. Upgrades. Шоп. Что мы можем купить? Правильно, ни хрена. Weapon. Ships. Мы можем разные корабли покупать. Юбдыгрануть мы ничего не можем. Вот, блин, мило-то как. Но хотя Reactive Plating improved капаситор. Ну ладно. Пусть будет капаситор импровит. Ну, пошли миссии. Survival 30 seconds. Погоди, в смысле reward 300? Это стоимость или чё? Жуткий кликер, да? А, блин, конечно, кто-то писал мне, игра похожа на кликер. Вот вам, блин, кликер. О, блин. Mission, поехали дальше. Подержись 300 секунд. Вау. Он так подлагивает, я не понял. Ой-ой-ой,
Не долетели. Ой, так. А вот. Как-то злобно. Блин, не, ну это чисто клигер. Вот я-то сразу. Так, Карина Фригейт. Шоп. Сколько у нас корабли стоят? 22, 52, японская блоха. А подешевле нет? Ничего. Ладно, юбгрейд. Да, дикий клигер. Уничтожь цели. А, уничтожь два транспортных корабля. Все, понял. Живы, целы остались. Дальше миссия. Надо читать, что там написано. Так. Продержись 40 секунд. Ну, давай попробуем. Подлагивает что-то. Было тут чему подлагивать, я бы еще согласился. Блин. Mission Target 3 Transport Ship. Пока. Слушай, напряженненький кликер. Ну, это чистой воды народ кликер. Хоть сделан довольно-таки прикольно. Так, мы можем хоть что-то себе сейчас впихать, чтобы было попроще как-то жить. Ну... Так. Ты больше ничего не купишь. Да уж. Ну, давай еще одну миссию пройдем. Ну, народ, я обзор сделал, что тут. В принципе. Даже первым взглядом называть не буду. Ну, вот, пауза есть. О, пушка стала быстрее шевелиться. Блин, да, ну вообще-то да, он заставляет дыхание замереть. Но, думаю, на этом народ вполне хватит. В принципе, что за игра вы видите. А для тех, кто любит покликать,
Ну, пожалуйста, обзор. Ну, я назову это, к сожалению, обзором. Ну, так как здесь я все обозрел, что только можно. Весь магазин, ну да, я не осмотрел различные виды кораблей. Но это, народ, уже вам интересно, вы обозреваете. Смотрите, как, ну, не обозреваете, а экспериментируйте, пробуйте. Всем удачи, всем пока.